открывает новый музыкальный час, его сольная работа «Send of Field», 9.05 в Москве. Всех приветствую, дамы и господа, вы слушаете «Rock FM» 95.2, у микрофона Евгений Штольц. И сегодня у нас непростой день, поскольку 6 июля, ровно 60 лет назад, вы представьте себе, 60 лет назад, в 1957 году в Ливерпуле, на одном из выступлений группы «Quarrymen» произошло судьбоносное знакомство Джона Леннона и Пола Маккартни. По словам Леннона, 15-летний Маккартни сразил его наповал.